Хотелось бы еще зачитать благодарность от президента Общества России и Японии Романенко Игоря Владимировича, а также председателя Центрального правления Галины Валентиновны Дудкин. Николай Андреевич, Общество России и Японии выражает вам глубокую благодарность за многолетний труд на посту председателя Якутского регионального отделения Общероссийской общественной организации Общества России и Япония и большой личный вклад в развитие и укрепление дружбы, сотрудничества и добрососедских отношений между народами России и Японии. В свою очередь, я тоже лично выражаю поздравления, в первую очередь, с таким высоким, с такой почетным мероприятием, да, и с такой почетной наградой. И, как говорится, очень радостно, что мы тоже можем прикоснуться к этому мероприятию, и мы рады, что деятельность и пропаганда японской культуры, японского языка в республике Саха-Якутия нашла вот такое нашла такую высокую оценку. Благодарю за внимание.